Добрый день, друзья, с вами опять Безуглый Денис. Я живу в Израиле, но сегодня я нахожусь в Севастополе. У нас есть тренинги, организованные для партнеров компании FFI. Это одна из очень успешных компаний, которая продвигает топливный бизнес на мировом рынке, в том числе на рынке СНГ. У нас есть очень качественный продукт, который реально помогает экономить топливо и очень интересная бизнес-возможность. Но кроме всего прочего и тема, которую я хочу сегодня донести вам, дорогие друзья, это девушки в нашей компании, потому что, как ни удивительно, хоть и тема мужская, но женщины очень успешно работают у нас и очень преуспевают. Видите, сзади меня у нас рабочая обстановка, очень много людей, более 120 человек приехало на этот тренинг из... даже из очень дальних мест, из Иркутска, из Новосибирска, со всего СНГ, Белоруссия, Украина, Молдавия, Казахстан, Германия, Израиль, Италия. То есть люди реально приехали научиться, как зарабатывать деньги. И что самое интересное, приехали очень много девушек и женщин. И сейчас я просто хочу взять пару интервью у них, спросить, почему, откуда они, кто они, почему они работают в нашей компании. И какой доход у них есть. Итак, пойдем вживую. Добрый день. Пару слов. Кто вы, откуда вы, почему вы работаете в компании и какой-нибудь доход? Куполова Диана. Проживаю в данный момент в Донецкой области, на Киеве. Бизнес 27 апреля этого года. На данный момент 1700 у меня прибыль получается исключительно с продаж. $1700. Супер, обалдеть. Спасибо большое. Спасибо. Так, еще. Вот у нас девушка. Добрый день. Здравствуйте. Можно пару слов? Как вас зовут? Откуда вы? Почему вы работаете здесь? И какой-нибудь из доходов последних? Сейчас, подожди. Меня зовут Елена Шеремета. Я с Украины, из Харьковской области, город Лозовая. Почему я здесь? Потому что я сижу в декрете, я воспитываю детей, и мне нужен срочно доход, потому что мне не хватает тех денег, за которые я сижу в декрете. Я понял. Вот. Очень хороший стимул. Да, это хороший стимул. Вот, и поэтому я здесь. Как получается? Что у нас с доходом? Ну, я только начала, в принципе, и как бы немножко чего-то не понимала, но попав сюда на супертренинг этот, да, я на третий день заработала $100. За один день $100? Да, на третий день тренинг. Класс, супер. Спасибо большое. Спасибо. Пойдем дальше. Вот еще у нас одна представительница прекрасного пола. Можно небольшое интервью. Кто вы, откуда вы, почему вы работаете в компании и какой-нибудь из доходов, если есть? Меня зовут Земляк Оксана, мы приехали из Краснодарского края, город Тимашевск. В компании тоже мы недавно находимся, мы с супругом вместе зарегистрировались сюда. Но в основном, получается, я работаю на этом номере. То есть бизнес семейный, в принципе? Бизнес семейный, но в основном пока я, потому что супруг. Мы только начали, и супруг работает еще на основном номере. Хорошо. Вот, что еще? И как получается, что-нибудь заработали? Мы на продажах заработали, и за подписание партнера тоже. Сколько это в деньгах? Какой-нибудь последний доход? Недавний. Недавно. И за сколько? Получается $100 за подписание. За сколько? $100 за подписание партнера, он на пакет зашел. Когда это было последний раз? Честно, не помню как-то. То есть это в один день? Да. То есть $100 можно заработать за один день? Да, конечно. Отлично, супер, спасибо большое. Вот еще у нас девушка. Девушка, добрый день. Можно пару слов? Я понимаю, я вас отвлекаю, но ничего, будет быстренько. Кто вы, откуда вы? Почему вы здесь работаете и какой-нибудь доход? Меня зовут Татьяна Губарева. Я приехала из Ростовской области, станица Багаевская. В компанию меня пригласил мой знакомый друг. Просто меня заинтересовал. Я посмотрела его ссылочку. И, в принципе, с первого раза как бы не очень сильно поняла, да, пригласила мужа, и тогда мы только разобрались, он сразу сказал, что это классная тема, мы даже не стали долго думать и пришли сюда, да, в эту компанию. Что мне здесь нравится? В принципе, я здесь определилась, что в этой компании можно зарабатывать легко. В интернете? Да. Комфортных для себя условий, не выходя из дома, общаясь с друзьями и зарабатывать хорошие деньги.
Супер. И какой-нибудь, Таня, какой-нибудь из доходов последних можно озвучить? Вы знаете, вот есть, да, такая... Вот пакет взял. Да, у меня пока $100, но я... За какое время? За 2 месяца, но... То есть мы пришли 2 месяца назад, но месяц мы как бы ничего не делали, да? Разбирались. Да, разбирались как бы со всем с этим. И только вот месяц назад мы стали нормально работать, да? Ну, вы когда сажаете картошку в огороде, вы же завтра ее не выкапываете, логично, правильно? Да. Вам надо для этого времени, месяц-два, чтобы она выросла, да, собрать урожай. Поэтому и здесь мы только вошли в этот бизнес, только разбираемся. И я думаю, что у нас все получится, и я в этом просто уверена. Однозначно. Спасибо большое. Спасибо. Пойдем дальше. Вот еще у нас девчонки. Девушки, добрый день. Можно вас отвлечь? Один парочку вопросов. Да, кто вы, откуда вы, почему вы работаете здесь и какой-нибудь из доходов, если есть? Светлана Королева, город Чаусы, Могилевская область, Беларусь. Приехала сюда за дополнительным опытом. Компании работаю еще совсем чуть-чуть, еще даже месяца нету, пока только голд-пакет у меня статус. А что это в деньгах? Что это значит? Это просто я купила голд-пакет, и все, заработка пока никакого. Пришла и понимаю, что здесь легко можно заработать хорошие большие деньги. Простая работа, сидя на пятой точке на копе, так сказать, и абсолютно не напрягаясь, можно приглашать людей на тест-драйв. В этом принципе заключается вся работа. Только лишь приглашать людей на тест-драйв, и таким образом можно заработать хорошие большие деньги. После мы с тобой. То есть вы приехали научиться работать? Да, конечно, приехала научиться и говорить со всей этой кашей. Здесь у нас все очень классно, все позитивно настроены, и всем нужно здесь быть. Все, добро, спасибо. Спасибо, Света. Так, девушка занята. Пойдем еще. Вот такая у нас рабочая атмосфера. Вот у нас есть много девушек. Но, как я их спрашивал, они недавно только начали, приехали тоже обучаться. Спросим кого-нибудь, кто уже работает чуть подольше. Вот здесь у нас есть... Добрый день! Можно вас отвлечь на секундочку? Скажите нам, пожалуйста, кто вы, откуда вы, почему вы работаете здесь, что-нибудь заработали, за какое время? Привет всем, меня зовут Алена Ерофеева, я из Донецка. Статус бронза в компании почти уже 2 месяца. Бизнес вошла сразу золотым треугольником. На сегодняшний день считаю, что это самый верный выбор. Бизнес нужно входить сразу. Первая ступень. Серьезно? Да, серьезно, для того, чтобы закрыть первую ступень карьеры. Зачем, почему вы вообще работаете здесь? Это и выгодно с точки зрения материального. Почему здесь работать? Потому что, ну, во-первых, это общение, живое общение с людьми, это большие деньги, которые в перспективе, и они реальные. И мне бы хотелось просто поменять работу свою, на которой я сейчас работаю, и заняться вот более то пока это как бизнесом, бы... который работает на меня, а не на тебя. Вот это самая главная причина, по которой я пришла в этот... Супер. И что-нибудь, какой-нибудь последний доход можно озвучить? На первой неделе я заработала $250, а вот на последней неделе пока 100, но я думаю, что... Класс. Ну, отличные деньги. Будет, да, замечательно. Все, спасибо. Успехов. Успехов. До свидания. Да, вот еще у нас одна девушка. Как вас зовут? Откуда вы? Почему вы работаете здесь? Макарова Руслана. Я из Киева, Украина. Это действительно такая возможность, я это увидела, потому что я немножко начинала заниматься МВМ, и проработав там 2 года, результатов практически не было. Но когда мне сказали вот за эту возможность, где я увидела, что есть возможность работать в интернете, никуда не ходя, и увидела свои результаты на своей машине, я была поражена. Естественно, я приняла результат, я сделала сразу бронзу за 2 недели, получила $350. Класс. Ну и сейчас продолжаю и желаю всем только в FFI, потому что это очень хорошая тема. Отлично, супер, спасибо, Руслан. А вот еще у нас одна девушка, пожалуйста, представьтесь. Кто вы, откуда вы, почему здесь работаете? Добрый день, Татьяна Проворюк-Кишинев. Приехала сюда с командой, спонсором, с партнером. Работаю здесь, потому что здесь делают, то есть можно, как вам сказать, здесь идут деньги, идут быстро.
Я работала раньше в других компаниях, почти в других компаниях. Но хочу вам сказать, хорошая компания, я ее не критикую, продукция мне обалденно нравится. Но я здесь, как специалист, видела быстрые деньги. Отлично. Быстрые. Серьезно. От души, положа руку на сердце. Работаете сегодня... только в интернете? В интернете? Нет, я в интернете еле-еле пальцами перебираю. С интернетом я еще только учусь. В общем, это дело наживное. Ага. Это все нормально будет. Что еще хочу сказать? Как только стала бронзой, сразу в первый же месяц заработала $500. $500 в месяц, супер. Это сразу после, ну как, 2 месяца в бизнесе. Первый месяц ничего, нарабатывала, работала, отвлекала, разбиралась. Как только сделала бронзу, пошел бизнес, развитие, все, $500 за месяц. Отлично. Все, спасибо, успехов. Итак, вот мы опросили несколько девушек. Как вы видите, все очень заняты, все работают. Что бы я хотел сказать в конце? Очень интересный бизнес, очень простой. Мы работаем в интернете, мы работаем с людьми. Девушки, которые работают у нас, как вы видите, живые, настоящие, приехали из разных городов, делают то же самое, что и мужчины, при этом преуспевают. Еще один интересный момент. Работают здесь и мужчины. И те мужчины, которые здесь работают, они, поверьте, тоже преуспевают, не меньше. И это очень серьезные коллеги, потому что когда человек имеет цель и стремится к ней, это немножко, ну, немножко другая категория людей. Поэтому принимайте решения, присоединяйтесь, и надеюсь, мы с вами увидимся. Спасибо.